Завтра, 23 сентября, у Архангельской области круглая дата. Региону ровно 80 лет. К юбилею приурочены практически все культурные мероприятия, которые проводятся на протяжении года, в том числе и нынешняя Маргаритинская ярмарка. Напомним, что представляет из себя один из самых крупных регионов страны. На самом деле история Поморья началась не 80, а 309 лет назад. В 1708 году это была Архангельская губерния, позже еще 8 раз ее переименовывали. То в наместничество, то в Северную область, то в Северный край. И уже с 23 сентября 1937 года Поморье стало Архангельской областью. В ее состав вошли 32 территории, сегодня это 21 район. Архангельская область расположена на севере европейской части России, ее побережье на протяжении 3000 километров омывают холодные воды трех арктических морей – Белого, Баренцева и Карского. Крупные города – Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма. У нас есть космодром Плесецк, центр атомного судостроения в Северодвинске, ядерный полигон на Новой Земле. Край богат лесом, алмазами, нефтью, рыбой и жемчужиной древнерусской архитектуры – Соловецкий Кремль.